вечно занятым и погруженным с головой в заботы обывателем. Чича, почему ты так грустишь? Не плачь, пожалуйста. Шагать по этому пути непросто. Да, дитя? Ничего страшного. Теперь я буду рядом с тобой. А когда тебе будет тяжело, просто поплачь, опершись на мое плечо. С помощью своей новой работы Рио хочет подарить всем слушателям утешение и надежду, говоря, что мы и так стараемся изо всех сил, и иногда нам можно просто отпустить все и ничего не делать. Давайте послушаем эту трогательную композицию. Для вас прозвучит песня «Тебе ничего не нужно делать» в исполнении Риока.